Сабантуй, в соседний район. Мы всегда дружим домами, как говорится. Очень все замечательно организовано. Спасибо огромное организаторам. Представляем свое подворье Радищевского района совместно с Агроинвест. Все прекрасно, замечательно. Спасибо. Всем хорошего настроения. Приехали из Средней Терешки, точнее, с Новой Терешки, именно на Сабантуй, живем в Ульяновске. Из-за того, что как бы такое мероприятие мы приехали именно для этого, чтобы посмотреть как бы, на национальный как бы, праздник свой, как бы традиционный. Нам очень нравится, хорошо организовали, всем спасибо, молодцы. Районе на Сабантуй находимся, сами из Сызрани. Все понравилось, все замечательно. Удивили, конечно, скачки. У нас в Сызрани такого нету. Да и сам организатор целый город построили. Соответственно, у каждого села есть свои какие-то постройки, свои особенности. Быт, интересно. Ходили, фотографировали, посмотрели. Ага. Будем рекомендовать всем родственникам, гостям, чтобы приезжали ежегодно к вам сюда, в район.